Всем привет, любители поставить ставочку, поднять легкого облица. С вами Универсал Прогноз, и я дам сегодня один ординар. Но для начала давайте вернемся к предыдущему нашему матчу, договорному Вальядолид-Уэска. Ведь Уэска за последние 5 матчей смог забить всего лишь один гол. Как в данном случае с Вальядолидом он умудрился забить 3 гола? Все ясно, завышенный коэффициент на Уэска, и Вальядолид слил игру. Ладно, плевать, едем дальше. В Испании 31 числа встречается Барселона-Атлетико Бильбао. Эти две команды уже встречались, и Барселона уступила Атлетико со счетом 2-3. Смотрел личные встречи этих команд. Они идут с переменным успехом. Туда-сюда, туда-сюда. Последние 5 игр. Барселона забивает 9 голов, 4 победы, 1 поражение. Держится четко, как обычно. Берем Атлетико, 14 забитых голов, нет поражений за последние 5 игр. Идет уверенно, красиво, и уступать, мне кажется, здесь она не собирается. Рисковать не буду и возьму такой ординар. Атлетико Бильбао не проиграет с форой плюс 1,5 за коэффициент 1,70. Возьму фору на Атлетико плюс 1,5. По-братски подпишись на мой канал, поставь палец вверх. Удачи и побед!